ваши проекты не получаются из-за того, что вам не хватает вертикальных связей в жизни. Вы оторваны от старших. Не уважаете их достаточно, не связаны с ним никак. Все, причина только в этом. И не хватает горизонтальных связей также для того, чтобы развиваться. Все. Это называется асоциальность или малосоциальность. Еще раз повторяю, тот, кто является правителем человека или склонный к этой деятельности, если он не идет вот в этих двух направлениях, он не сможет развивать ничего в этом мире. И даже если эта деятельность будет супер важна, супер ценна, и она будет очень как бы супер идеально разработана. Нет отношений. Ничего нет. Если есть возможность вот искать, где люди встречаются, тусуются, вот люди, которые как бы имеют склонность, ну как бы имеют какие-то вот связи со старшими, но они при этом как бы, ну как бы это не бар, не баня, там, допустим, это может быть, допустим, какая-то тусовка партии «Единая Россия», допустим. Вы записываетесь в эту партию, как бы приходите туда, как бы и на собраниях участвуете, на совещаниях, знакомитесь с людьми, допустим, и там, и развиваетесь, понимаете, как человек, который участвует в жизни Родины, понимаете, или еще что-нибудь в этом роде, я не знаю. То есть, но, понимаете, есть, допустим, в барах люди знакомятся и в кабаках, а есть знакомятся, допустим, на социальной какой-то площадке. Понимаете, есть же много проектов нравственных, которые страна делает, понимаете, допустим, какие-то конференции, там, собрания на тему там, экологии, там еще. Что вас, куда вы хотите, что вас интересует? Если вас интересует вот это, туда идите. Но везде, понимаете, есть интерес государства к этой теме. И вот там, где есть интерес государства, там есть какие-то площадки для общения. И если вы приходите туда общаться, то тогда это значит, что вы вылезли из скорлупы, понимаете? Вы хотите жить для Родины, хотите жить так, чтобы делать все официально, серьезно, на большом уровне, понимаете? И это все решают отношения. Отношения, дружба, связи и вот это вот все. Это превращает в социальные проекты потом какие-то или завязанные как-то на государстве и так далее.